Вашему вниманию предлагаю кабачки цукини 1-5. Плоды оранжевого цвета, круглые, весом от 700 до 1,5 кг. Сорт очень ранний. После появления всходов первые плоды мы срывали на 29-й день. Попадаются с черным пятном. Ну, на этом кустике меньше черные пятнышки. Очень вкусные, жареные, консервированные. Это остатки для семян. Они вяжутся и вяжутся. Можно консервировать. Вот такой плодик. Это весом грамм 300. Как раз для консервации, для жарки. Всем рекомендую. Очень вкусные.